Здоровое желание! Вы на канале Джиггернаута, меня зовут Треугольник АБЦД. В этом видео я буду щищ, типа лол. Ладно, в этом видео я буду троллить противников липучками, играя за ДММена. Я буду располагать липучки в тех местах, где их никто не ожидает, и даже покажу вам одно отличное место, где можно килять врагов еще до начала игры. Надеюсь, вам понравится. Приступаем. Оп, нашел идеально. Оп, видели, снайпера там подбило. Бля, вот это крутой троллинг. Опять его. Ну, на сори, он расстреливает мои липучки, сукин сын. А, сори, блядь. Ждем жертву. Бля, у него дедрингер был? А, не, я его дважды убил. Вот туда. Там снайпер. А, нет, там этот же подрывник, блядь. Да, блядь, он меня затроллил. Тихо, бля. Да бля. Сука, от тебе. Вот вы, кстати, все это видите, наверное, нарезки, так все быстро, но это дело очень долго, буквально вот. Реально, 4 кило за катку, это мало. Блять, чу! Пришел мстить. Смотри, еще шпион сюда пришел. Тоже, наверное, меня хуярить. Смотрите нахуй на него. И свой убер заезжали, блять, ебать, жухлик, ты чё творишь, нахуй? Да я троллю их. Троллинг, знаешь, такое? Ты должен был ответить это Рофус, но все равно охуенно ты придумал. То есть прям со спавна убивать. Да, так это я спиздил у американского кого-то еще 2 года назад так делал, вообще похуй. А, реально? Хуя себе. Ебать! Вот только что убил, например. Ебаный блядь. Да ебучий Iron Bomber, блядь! Чё они пытаются сори... О! Ты чё за хуй? Я пришла, блядь, ко мне, сори, помогать. Пиздец. Да, у меня ещё хуже, смотрите. Я типа, блядь... Блядь, сука! С собой не забрал. Медик даун, медик даун! Я тоже даун. А ты кто, погоди, ты медик? На врача учусь, да. А, извиняюсь. Не, это с английского, типа, медик даун. Ну да, я понял, ты меня дауном назвал, только нахуя. Да, чувак, я не хотел тебя дауном назвать. Ну, не хотел, но назвал все-таки. Ну извини, извини. Извини, сладенький. Мне интересно, а это правда то, что если ты играешь ТФ2, то ты гей, как бы это не обсуждается? Ну, я вот медик, и я даун, по твоим словам. Ну извини, пожалуйста. Ну и ладно, я прошу тебя, ладно. Я тебе ладно, это говорил. Понял. Блять, ну что за хуйня? Пиздец. Почему они выигрывают? Может за то, что, блядь, у них духа путит медиков? Так медики же дауны. Чувак, нет, не дауны, нет. Ну дауны, сам ты сказал, ладно, как ты можешь? Если ты реально учишься на медике, тогда скажи, как лечить простатит? Там в палец в жопу, короче, суется, ну такой, как червячок, извивается, а? И, ну там что-то массажируется, ну я не ебу просто. А, окей. Не, а ты именно, почему именно, типа, по болезням, типа, по душевным травмам или что-то такое? Да, я просто... вот в болезнях разбираюсь, например, знаю болезнь дауна, вот я сам ей болею. Пиздец. Так я говорю это игровому медику. Ну ладно. Да все, успокойся. Я уже простил тебя за то, что ты меня дауном назвал. Да бля, чувак, это так смешно. Какие же хэвики дауны. Медики тоже, кстати. Согласен. Ну вот опять ты за свое, а? Да чё ты? Бля, я ел там чевапчище, извиняюсь, если там я говорю как-то коряво. Спа behind you, он имел в виду. Кстати, Спас, а почему ты зачастую говоришь на английском? Нельзя ли говорить на русском? Ты же русский. А, падаем, падаем сегодня. Ну да, я знаю, потому что пиндосы ебаные, блядь. Не русские, блядь. Америка сосать. Ну да. Да, сосать, Путин, президент мира, за Россию и дедов порешай все скотов. Россия! Россия! О, блядь! На всякий случай стоит пояснить, что никакой агрессии к другим странам и национальностям мы не испытываем. Ютуб, не кидай на это видео 18+. Россия! Россия! Не, мы въебали, это просто нахуй. Да. Это ёбаная. Что происходит? Он там целится. Я солдата хотел подставить. И ждем. Я воду пью теперь, кстати. Нет! О, вот это у него фури девочка красивая, видели?
Ой, чё, он выжил? Как, кого я убил тогда, я не понял. Он увидел липучки, блядь. А я просто не среагировал, я обернулся, потому что... Оба умерли. Опа, поймал. Ой, его добил поджигатель. Не-не-не-не-не, не дерись. Ай, да, чё я... Нахуй иди. Нахуй иди. Эй, мы проебали. На поезд прыгаем. Чу-чу-чу-чу. Сука, я хотел встать там, на перила, но это ужас. Как я так скользнулся? Скользкие перила, да, видимо, во льду были все. Ну ничего, мы сейчас туда пойдем и так же сделаем. Так же подскользнемся. Ай, блядь, через стекло видно мне. Он прям липучку видел, да, я так понял? Прям тоже посмотрел на них. Дебил, блядь, вот третий раз уже. Ой, бля! Да опять! Вы видели, меня прям в сторону как-то трясёт, я не понимаю, что-то какой-то баг это. Но это ненормально вообще. Ой, блин, да... там нет бордюра, я думал, там есть тоже он. Утащил за собой. Кто-то разговаривает. Мне страшно. Кабум. Оп, да, я хотя бы того взорвать смог. Пись-пись. Опа, только поставил липучки. О, убил. Ох, еще одного. А мне банана можно? Смотрите, как я липучки расположил. Сейчас посмотрим, насколько это вообще выгодно. Я не знал, где встать. О, убил кого-то. Вообще на рандом. А вы знали, что существует редкий вид китов? Называется маркеры. Нету? Вообще-то нет таких. Если вы тоже не знали, что это нету их, то ставь лайк. Я бредоносный нежить. Какой я еблан. Я сейчас записываю это в... Все, короче. Сука, повезло мне, конечно. 52 нахуй. Смотрите, расположили вот так вот липучки. Ну, можно все сверху, в принципе, чтобы их видно не было. И встаем сюда, чтобы нас не задело. Либо даже, знаешь, как можно. О, вот так вот. Это вообще идеально. Так, кто-то идет, кажется. Опа! Только обратно я не смог там. Нельзя. Смотрите, он еще пишет, что я трап. Покинула чат-чат. Ой! Здесь шпион был, он меня врезался, поэтому я понял, что он здесь ходит. У меня привычка есть все время альтабаться в ОБС, проверять, идет ли запись. Как будто бы вот что-то могло произойти такое, что оно и прервалось реально. Ну, мы выиграли. Могу пока писюн почесать, в принципе. Ну, тут... Дебил. Ой, не-не-не! Spy Among Us. Чипум-пух-ч. Дабстепчик, типа, надо вставить туда. Чё ты, сука? Пойдем со мной. Ну, блядь. Бля, я его не убил. О, да, он что, забыл про... Поджигатель. А, стой, чуть не забыл. Лол. Ой-ой. Я спрятался от него? Бля, на ходу придумываю эти ловушки гениальные просто. Что это? Да бля, я его хотел так убить, блядь, а не с помощью бомбера. Оп! На-нахуй, куда, блядь, полететь собрался? Блядь, чё они такие? Такие они вот, ну... Ой. О, я убил его, всё, я так, как и хотел. О, вот так вот. Последнюю секунду получилось в итоге у меня, ну. Вы знали, что существует отдельный вид китов? Называется он история маркер библиотеки. Нету таких на самом деле, все. Ставь лайк, если, ну, ты же не знал. Если не знал, ставь лайк. Все, продолжаем. Опа! Спас нашего. Ой.
Дебил. Ко мне? О, здорово, ёпта. Не мешай мне. Не сталкивай меня. Иди в жопу. О, а, я думал, он упал. Бля, я за него проебал. Сука. И пиздец. Я в ахуе. Бля, это тоже упал. Че за хуйня? О. И остаемся стоять вот так вот, чтобы он охуел. О, сразу двоих. Нормально, не зря ждал. Пиздец, не, ну я не понял прям, что ты шпион. А. Ну ладно, я позволил ему выиграть. Смотрите, где я липучка расположил. Че, не заметили? Вот. Вот они. То есть человек с этой стороны будет идти, и я его подару нахуй. Кстати, оп. Я его сюда привел. Опять он, смотри. На те же грабли, чувак. Смотрите, мой труп лежит. Ну как вам? Напишите в комментарии, какое место на какой карте вам понравилось больше всего. Лично для меня самым смешным было то, когда на Апварде я убивал врагов еще до начала игры. Если видео вам понравилось, а если вы досмотрели до конца, значит оно вам понравилось, то влепите лайк. Также рекомендую ознакомиться с контентом на моем втором канале, где мы с друзьями снимаем прикольные скетчи, влоги и так далее. Также у меня есть группа ВК, все ссылки будут в описании. Подписывайтесь на этот канал и всем удачи, и всем пока-пока. Алло, алло.